На севере пляжа Патонг есть волшебный неоновый сад. Точнее, скорее всего, он был. Сейчас, кажется, эта иллюминация уже не работает. Так что вы смотрите исторические кадры. Там даже есть пальма. А также там есть волшебные светящиеся кролики. И кажется, они тоже уже ни один из них не светится. Находится это на Северном кольце, где дельфинчики. И мы идем в пляжный клуб Фьюго. Фуго? Как-то так. Где я случайно встретил своего старого друга-коллегу-диджея. Мы когда-то вместе играли в одном клубе на Бангла Роуд. Приятного просмотра. Это освещение через Mac, а не через Apple, точнее. Там музыка вот здесь. Вот здесь. Не надо. Не надо, давно-то не надо. Нет, молодцы. Как мы используем? Как мы погонял его там? Собака. Вадим Алмазов просто ремет. Вадим Алмазов, собака. Он не собака, но собаку зачем не пишут. Вадим Алмазов получается. Во всех сетях. Собака! Еще та собака, это Вадим Алмазов. Лучший диджей на Бухите. После меня, конечно, но я просто старая школа, я больше не играю. Я теперь ютубер! Это, значит, уже следующая ступень развития будет. Друзья, надо начать встречаться. Вот и случайно. Я увидел несколько лет, наверное. Но я вижу тебя, что сидя, что... Что-то делаю, да? Что-то я здесь достою. Жизнь, Джоль. Арми. Only like this, you know, like this. У него свои треки даже есть, знаете? Человек продюсер, диджей, мюзишн. Прицепиться, прицепиться. Опять, все,
Да может, он сам написал. Он же продюсер говорит. Он на мне. Потом